Библейский портал экзегет.ру представляет. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, тема нашего сегодняшнего с вами комментированного чтения, глава 13 книги Второзакония. И сегодня поговорим о том, что возвещает нам эта часть очень древней, интересной, актуальной книги под названием «Второзаконие». Итак, в главе 13 развивается мысль, которая была поднята в главе предшествующей, в главе 12. Рассуждает автор в этой главе, читаемой сейчас нами вместе, о том, как избежать идолопоклонства в том, что касается культовой, обрядовой стороны отношений Бога и общества израильского. Как избежать хананийских влияний, обычаев, практик, традиций, мод и так далее. Выше мы рассуждали, читая главу 12, а почему нужно было всего этого избегать? А что вот так вот Богу не нравилось? Что ли, Бог какой-то у нас привереда получается в хананийских обычаях? Ну да, другие какие-то обряды, там вот они ставят статуи, камни, может быть, не так режут скот, не тех, может быть, в жертву приносят. Почему было все это Богу неугодно? И вот окончание главы 12, там все было раскрыто. А причина в том, что все это так устроено неправильно, порочно, токсично, нездорово, что в этом хананийском благочестии присутствует как очень органичный элемент принесения в жертву детей, людей. И эти самые боги, они принимают эти жертвы. Так вот, чтобы у вас не было ни малейшего соблазна, все это принять и практиковать, все эти ужасные традиции, практики, так вот, нужно было, как написано в главе предшествующей нашей, нужно было уничтожить хананитские святилища, камни разбить, рощи священные вырубить, ашеры срубить и статуи навзничь тоже бросить на землю. Вот поэтому. Но глава 12 рассуждала о том, что, точнее, рассуждала в категориях таких: враг снаружи. Вот вы придете, у вас будут соблазнители, у вас будут какие-то оппоненты, и вам нужно от них отгородиться в культовом плане уж точно, раз и навсегда, резко отгородиться. Глава 13 рассказывает это об этом же сюжете, об этой же проблеме, но более, скажем так, изощренно. Враг оказывается частью вот твоего Израиль-общества. Враг живет внутри этого общества. Враг окружает тебя и является частью этого общества. И вот о том, как с этим врагом, с этим соблазном взаимодействовать, работать, об этом рассуждает глава 13. Ну, скажем сразу, конечно же, предписания, или точнее, предлагаемые рецепты нивелирования угрозы, они ветхозаветные, да, они дикие, они жестокие, они кровавые, кровожадные. Все это, конечно же, подходит к описанию предлагаемых рецептов по решению этой проблемы. Вот. Ну, пытаясь оправдать, как-то вот выгородить эту книгу, поднять ее вот, статус в ваших глазах, уважаемые зрители, скажем две важные вещи. Ну, первая вещь такая. Это книга ветхозаветная. Описываются очень давние древние времена, когда понимание о гуманистическом, оно было другое, чем наше время. И поэтому очень часто звучит призыв убить, побить, извергнуть, избавиться и так далее. Вторая вещь такая. Мы читаем текст, составленный богословами, и посвященный богословским вопросам. Да, это уровень такой, вот, понимаете, риторики, это уровень рассуждения о том, как должно, как надо было бы, чтобы устроена была жизнь. Скажем более, книга дописывалась, зарабатывалась уже во времена, скажем так, около пленного периода, то есть, может быть, до плена Вавилонского, может быть, в плену, а может быть, после возвращения из плена книга дописывалась. И какой-то переписчик, вот весь этот материал, вот, дорабатывая, группируя вместе, он, возможно, рассуждал так, в таких категориях. А почему это было все? Что именно все было? Падение Северного царства,
падение Южного царства, разрушение храма Соломонова, изгнание, бегство, плен. Почему это было с нами? А вот потому что ничего этого не делали, а потому что мало всего этого было. Мало кого убивали, мало кого прогоняли, мало кого истребляли, мало кого сжигали. Поэтому получается, что это есть лишь такие, большей частью, ретроспективные рассуждения о том, как хорошо было бы, чтобы было в древности, чтобы было, когда евреи оказались на новой земле, земле ханаанской. Скажем так же, мы об этом говорили уже, когда рассуждали о понятии харем, заклятая, да, или проклятая, или посвященная Богу. Конечно же, очень мрачное учение, тяжелое для восприятия христианским сознанием, когда нужно было весь город, да, назвать заклятая, и все, что там было, бывает с людьми, а бывает без людей, нужно было сжечь и так далее, нельзя было прикасаться и так далее. Но, видите, археология помогает нам осознать реальную историчность всех этих вещей. Она была, да, кое-кого сжигали, кое-какие города были сожжены, вот, и соседи евреев тоже знакомы были с этой практикой, допустим, в стеле царя Меши, это царь Муава, там тоже такой обычай, он, о нем рассказывается, но тотальных, сожженных, уничтоженных каких-то вот там пространств археологии не находят. Вывод такой, вывод успокаивающий, вот, и показывающий все слова эти в их реалистичном таком значении, звучании. Кого-то убивали, кого-то сжигали, но это все было, конечно же, всегда чем-то единичным, чем-то таким локальным и экстраординарным. Итак, это было наше введение. Читаем глава 13, стих 1. «Если среди вас появится пророк или сновидец и пообещает знамение или чудо, и слова его сбудутся, и он при этом звал тебя идти за другими богами, за богами, которых ты и не знал, и служить им, то не слушай этого пророка или сновидца. Это Господь, ваш Бог, испытывает вас, чтобы узнать, любите ли вы его всем сердцем и всею душою». Вот, описывается довольно колоритно такая ситуация. Приходит какой-то человек, он назван какими эпитетами? Он пророк, да, причем слово «наби» – это слово, которым обозначаются и нормальные пророки тоже. То есть он какой-то человек одаренный, да, или рассказывающий о том, что он какие-то имеет видения, откровения, дары. Другой персонаж – видящий сны или сновидец. Ну вот он может видеть сны или может толковать сны. Это такой был очень ценный навык в древнем мире, потому что из этого толкования, интерпретации можно было сделать какие-то полезные выводы для твоей текущей или вот будущей жизни. Вот. И самое главное, видите, он успешный пророк, успешный провидец, потому что слова его сбываются. Он правильный, одаренный пророк и сновидец, потому что все, что он сказал, все это сбылось. Да? Ну вот одна есть маленькая тонкость. Допустим, он называет себя пророком Астарты, или пророком Ваала, или пророком Ашеры, или пророком Дагона, или других богов, окружающих народов. Вот Израиль, он такой бог, но его слова сбываются, у него дело и слово не расходятся. Как нам быть здесь, вот в этом случае? И вот сказано, что значит, это испытание, эти искушения, и Господь попускает, посылает этого пророка, чтобы как будто бы вас испытать меру вашей любви, полноту вот ваших отношений в дружбе и верности вас и небесного Бога, Бога Израилева. Вот, значит, вам надо идти за Господом, вашим Богом, лишь Его бойтесь, лишь Его чтите, исполняйте Его повеления, Его слушайтесь, Ему служите, оставайтесь Ему верны. В этом повествовании, в этом случае с эффектным или эффективным пророком, нам важна еще одна мысль. Чем проверяется вера? Или чем взвешивается, чем измеряется вера? Очень популярна в наше время
Понимание таково. Вера измеряется ее эффективностью, да, вот чудесами, разными знамениями. Вот. Если вера работает таким вот сверхъестественным образом, там чудо какое-то, науке необъяснимое, то это вера правильная. А там, где чудес нету, там вера неправильная. Но вот, понимаете, древний пророк ветхозаветный, дающий нам вот эти рассуждения, он гораздо более настроен иррационально, и здраво, и современно, и научно, и рационалистично, и праведно, чем вот эти вот наши современные легковеры. Потому что вера и Божье Слово – это что-то более весомое, чем чудо, чем исполнившееся знамение или состоявшееся пророчество. Да? А все эти чудеса могут быть лишь каким-то Божьим попущением, имеющим своей целью вас, людей Библии, людей Израиля, людей Церкви, испытать. А чего же делать нам надо, вот древним евреям, условно говоря, с этим пророком или провидцем или сновидцем? Об этом нам сообщает стих 5. «А тот пророк или сновидец должен быть предан смерти за то, что он говорил неправду о Господе, вашем Боге, выведшем вас из Египта, освободившем вас из неволи, за то, что он призывал вас свернуть с пути, на который вас наставил Господь ваш Бог. Искорените зло». Вот окончание стиха такой очень жесткий. Зло нужно искоренить, как будто бы с корнем вырвать, уничтожить, как будто бы его и не было. Вот, значит, каждый пророк, будь он сколь угодно успешный и эффективный, должен быть уничтожен. Повторяю еще раз, это есть уровень рассуждений, уровень такого должного, да, это такой вот уровень закона, скажем так, который, может быть, этот уровень далек, очень отдаленно относиться к реальности. Вот. Значит, ну, нужно зло искоренить, вот, потому что это есть соблазн, потому что этот пророк отведет вас от Бога, вас к ханаанским обычаям приведет, а чем это заканчивается, мы уже говорили. Дальше, вторая категория соблазнов. Значит, первая категория соблазнов – это есть разные одаренные религиозные люди, сновидцы, вот, пророки или провидцы. Вторая категория – это есть часть твоей семьи, это есть твоя семья. Читаем стих 6. «Если твой брат, или сын, или дочь, или любимая жена твоя, или друг, дорогой тебе, как жизни, станет тайно уговаривать тебя идти служить другим богам, богам, которых ты не знаешь и не знали твои отцы, богам, живущих вокруг тебя народов, близких или далеких, населяющих землю от края до края, не соглашайся, не слушай этого человека, не жалей его, не щади его и не укрывай его». Ну вот другая ситуация. Подговаривает, да, видите, ничего еще не сделано, никакого жертвенника валу не построено, есть лишь элемент пропаганды, агитации, да, тайной агитации, когда вот твой родной, либо твой друг, твой сосед подговаривает тебя пойти и поклониться Астарте, или Мардуку, или богу Амону, богу Ра, ну, прочим божествам окружающих, или Зевсу, там, или Юпитеру, либо Афине. Вот случаев у евреев, чтобы это правило применить, было немало. Вот начинает подговаривать, да, агитировать, выступает как миссионер чужеземного божества. Так вот, должно быть такое у тебя поведение. Не соглашайся, не слушай, да, отвергай его слова, но дальше больше. Не жалей, не щади и не укрывай. А что же делать с этим человеком? А вот стих 9 и 10 об этом очень кровожадно рассказывает. «Убей его! При его казни ты должен нанести ему удар первым, а все остальные вслед за тобой. Забросайте его камнями насмерть за то, что он уговаривал вас оставить Господа вашего Бога, который вывел вас из Египта, из неволи». Ну вот вам ветхозаветный текст, ветхозаветчина настоящая, значит, учащего
иначе учащего вражде, поклоняться богам других народов, вот ждет такая расправа, казнь, да, убийство этого человека. Причем очень такое ценное замечание: нанеси удар первым. И в этом отношении, видите, это очень такой, очень хороший, на самом деле, совет, потому что это есть хороший способ избавиться от такой вещи, как клевета и наветы. Ведь можно было кого-то клеветать, да, вот он меня учил тайно, там, почитать Зевса, и вот за этого надо его убить, да, а на самом деле я ему должен денег, или мне нравится его жена, или я хочу захватить его участок. Но нет, есть такое маленькое препятствие, или не маленькое, по отношению к таким вот схемам. Ну, давай, убей первым. Вот возьми на себя этот грех, и для кого-то, или даже для большинства, эта цена, эта мера была недопустимой. Да, я злодей, да, я коварный человек, да, я хочу чужого или чужую женщину, но я не убийца, я не могу так поступать. Поэтому это все было препятствием, хоть и небольшим, против разного рода лжеобвинений, наветов и клеветы. Вот. А потом, видите, предписывается участие всего общества в том, чтобы кого-то вот насмерть камнями забить. Вот. Ужасные, ужасные обычаи, и Новый Завет нас от всего этого, конечно же, освобождает. «Весь Израиль узнает и затрепещет, и впредь никто из вас не будет так поступать». Ну, вот видите, это, вообще-то говоря, очень рациональный текст, и даже довольно просвещенный текст. И, допустим, даже для века, может быть, 15-го, новой эры, христианской эры, все эти правила были и актуальными, и просвещенными, и здравыми. Видите, указана и мотивация. Не потому, что так поступать надо, потому что Бог кровожадный, Бог Израилев, или Богу нужна чья-то жизнь. Нет, тут есть очень большой момент воспитательный. Но вот одного когда-то убили, да, может быть, лет 100 назад, одного убили за это, но все об этом знают. И все знают, что этот закон есть, и что он может сработать на тебе тоже. И в этом отношении эта расправа имеет воспитательный, такой вот социально какой-то мобилизующий, сдерживающий в себе вот ресурс, момент. Дальше еще больше угрозы. Вот. Значит, первая угроза – это есть отдельное лицо, пророк, проповедник, там какой-то миссионер. Вторая категория – это уже, может быть, не знаю, тоже либо человек отдельный, либо целая семья. Да, вот кто-то около тебя, да, группа людей, либо даже твой собрат. Да. Дальше больше – целый город или целое село, либо часть города, охваченная вот этим вот, этой страстью, страстью почитания иных богов. Читаем в стихе 12. «Если ты узнаешь, что в одном из ваших городов, отданных вам, вашим богом, вашим господом, чтобы вы жили в них, какие-то негодные люди уговорили прочих горожан идти и служить другим богам, богам, которых вы и не знали, расследуй это дело». Все выясни, расспроси получше. Если все окажется правдой, и среди вас действительно была сотворена такая мерзость, и сделаем паузу. Отметим очень важный момент. Видите, стих 14, три слова. Расследуй, выясни, расспроси. То есть устрой расследование. Да? А может быть, все это недоразумение, а какие-то, может быть, стереотипы, какие-то, может быть, сплетни, клевета или недоразумение, но надо разобраться, да, вот, пока не будь скор на расправу, не будь скор на кару, на казнь кого-то, или вот и так далее, надо все выяснить. Так вот, если же окажется, что это правда, если среди вас действительно была такая мерзость, ну какая мерзость? Вот давайте приведем примеры, что могло в теории иметься в виду. Значит, устроили праздник, и практиковали такое было понятие ритуальная проституция. То есть позвали каких-то женщин, и вот принесли жертву Богу Израиля, начали совокупляться, дескать, чтобы Бог дал урожай больше на земле. Так поступали хананеи. Это мерзость, так поступать нехорошо, и Бог Израилев против всего этого. Другая
традиция. Другой, допустим, случай, другой кейс, как сейчас модно говорить. Значит, есть в каком-то городе бедствие, да, не знаю, там эпидемия, там неурожай, засуха, дождей много или дождей мало, очень холодно или очень тепло, вот, и жарко. И вот рассуждают, ну, в чем-то проблема, да, наверное, Бог на нас обиделся, ему нужна искупительная жертва. А кто является самой лучшей искупительной жертвой? Самое дорогое, что у нас есть, да, невинное дитя. И давайте ради Бога, гневающегося на нас, кого-то умертвим, да, зарежем мальчика или девочку. И, конечно же, если все это правда, то надо начинать, уже не то, что нужно начинать расправу, да, чтобы все эти обычаи не хватили все общество Израиля. Итак, если все это было и мерзость имела место быть, то убейте мечом всех жителей этого города. Весь город и все, что в нем, включая скот, предайте заклятию, поразите мечом. Всю добычу соберите на площади и сожгите город вместе со всей добычей, как всецелую жертву Господу вашему Богу. Пусть этот город навек обратится в безлюдный холм и никогда уже не будет отстроен. Пусть ничего из заклятого не прилипнет к вашим рукам. И тогда Господь оставит свой гнев и проявит к вам милосердие и пожалеет вас и сделает вас многочисленными, как и поклялся он отцам вашим. Вот описывается та самая расправа. Выше было подробное рассуждение автора книги Второзакония о понятии «заклятое» или «харем». Так вот, города Хананеев были харем, и с ними было нужно делать, ну, в теории, конечно же, поясним, нужно было делать все это, то есть все имущество собрать на площадь, все одежду, там какие-то запасы и все сжечь. Да, все их драгоценности, все их какие-то культовые принадлежности, это называется заклятое, то есть то, чего твоя рука касаться не может. Так вот, этим хананейским городом, который есть заклятое, может быть назван любой город евреев, там или поселок, либо какая-то деревенька. Вот, значит, и тогда надо, чтобы... А чтобы что надо? Зачем нужно было их всех уничтожить? Ну, тут, видите, есть два соображения. Первое соображение, опять же, такое нравоучительное, то есть, чтобы другие не поступали так, да, потому что вот те поступали таким образом, делали разные мерзости, и что с ними стало? Там холм остался вместо этой деревеньки, поэтому и вы не поступайте. А второе соображение было связано с религиозными такими рассуждениями такого плана. Итак, сделавший то, что я выше привел как пример, допустим, убивший ради Бога или ради богов ребенка, он как будто бы отравляет вот общество израильское. Он является тканью, которая испытывает состояние некроза, да, вот это или зараза, или какая-то вот распространяющаяся инфекция, нечистота, вирус, да, ритуальный вирус. И чтобы все это не хватило, весь Израиль, чтобы весь он был бы негодным, да, или каким-то неработающим в отношении их с Богом, нужно было болезни купировать, да, нужно было все вот этот вот, это место, где все это страшное совершилось, нужно было уничтожить. Вот, поэтому такое жесткое предписание здесь и постулируется. Но опять же, повторю еще раз, сказанную мною выше неоднократно мысль. Все это есть план должного, да, теории, это есть богословие, как хорошо было бы, чтобы однажды поступали с отступниками, с еретиками, с поступающими мерзко, вот хорошо бы, чтобы с ними поступали так. Вот. Но какая была, как эти правила работали, вот мы не знаем. Судя по книгам ветхозаветным, книгам царств, книгам судей, вроде бы не работало никак, потому что лично я, может быть, я ошибаюсь, но я не знаю ни одного случая, когда какой-то город был бы сожжен, потому что вот там было такое. Враги захватывали, да, ассирийцы, там, или сирийцы, либо
соседние племена захватывали, уничтожали, уводили в плен. Такое было. И это воспринималось как кара Божья. Но чтобы вот евреи евреев окружили, обложили поленьями, сожгли всех, убив всех жителей, такого, ну, я опять же, может быть, я ошибаюсь, но такого я в Библии примеров таких не находил. Итак, заканчивается глава 13 стихом 18. «Так будет, а как будет?» Выйдет, видите, выше написано: «Бог проявит к вам милосердие и пожалеет вас, и сделает вас многочисленными. Так будет, если вы станете слушаться Господа, вашего Бога, исполнять Его повеления, которые я возвещаю вам ныне, и делать то, что угодно Господу, вашему Богу». Вот, значит, если будете... Ну, опять же, повторяется второзаконническая тема двух путей. Путь один имеет своим финалом вот все это. Да, убьют пророка, убьют какого-то родственника, и весь город, скажем так, ритуально и реально зачистит. Да, это путь один. Хочешь по этому пути идти? Пожалуйста, идти, пожалуйста, иди. На этом пути тебя ждут Ваал, Астарта, не знаю, там, Мардук, Иштар и так далее. Ты свободен в своих религиозных чувствах. Есть другой путь. Путь верного, такого досконального почитания уставов, связанных с Богом Яхве, Богом Израиля. На этом пути тебя ждет вот то, что указано здесь. Здесь милосердие, благоденствие Божие, и вы будете народом многочисленным. Вот так вот рассуждает автор книги «Второзаконие». Мы прочитали главу 13, это был портал exeget.ru. Петербург. Всего хорошего.